Просто есть острова, есть Шантарский архипелаг. Но для того, чтобы длительное время, десятилетия, то есть сотни лет, что-то показывать, надо и охранять. И охранять надо более грамотно, более подготовленно. И для этого и был создан в 2013 году Шантарский национальный парк. Потому что в нем как раз заложена именно государственная инспекция. Есть люди, которые занимаются наукой. То есть что охранять, что показывать, как долго это нужно показывать, чтобы, допустим, не исчезли отсюда птичьи базары, киты не исчезли и так далее. А в отношении китов, это же национальный парк, это строго охраняемая природная территория. У нас существует во всех, на всей планете, во всех странах. Для того, чтобы как раз именно силами национального парка можно удержать ту красоту и уникальность, которых есть. Тем более, вот допустить сейчас на эти острова тысячи людей, что будет? Когда мы не знаем, вот, сколько людей можно пройти по этой тропе, а там какие-то интересные, уникальные растения, краснокнижные. Там мы распугаем птичьи базары, там есть краснокнижные белоплечие орланы, очень редкие и так далее. Поэтому все нужно проследить, изучить и понять, а сколько сюда людей допустить.